После неудачной выездной гонки даугавпилский «Локомотив» продолжит борьбу среди четырех сильнейших клубов первой польской лиги на родном треке. 12 августа двинчане сойдутся с другим претендентом – командой «Грудзёнс». Как отмечают наставники, соперник из разряда неудобных, доставивший немало хлопот на предварительном этапе. Серьезный настрой гостей определяет боевой состав. Изменений у них в составе нету. Те же самые гран-присты Ханс Андерсен и Петер Люинг. Вот. И Андрей Карпов, Роберт Костюх и Леви Ватт – это самый основной состав. Сейчас они в очень хорошей форме. Задача у них попасть в экстралигу. Но поэтому сдаваться они не собираются здесь. И тем более уже они в этом году у нас были. Треку, так скажем, уже более был привычный. И гонка будет очень интересная. Нет. Но с нашей стороны состав не меняется. Тот же самый Михаил Макс, Рома Поважный, все наши местные ребята основные. Поедем таким же самым составом, как и на прошлую гонку. Ну и скажем так, что не собираемся мы сдаваться. Вот. Поляки уже даже так шутками ставят ставки, кто первый победит в Даугавпилсе. Ну, постараемся не предоставить им такой возможности. Именно тот случай, когда отступать больше некуда. В случае поражения Даугавпилс практически лишится шансов на борьбу за тройку сильнейших. 12 августа в 18 часов. Локомотив «Грудзёнс».